Какие сроки нужно сеять огурцы, чтобы собирать их уже в середине мая? Вообще-то кто-то подумает, что зимой не время говорить про огурцы. Но нужно заранее подготовиться к раннему посеву и закупить семена, если нет своих. Хочу предварительно рассказать про некоторые сроки, которые позволяют получать первые огурчики к столу уже в середине мая. И начнем мы с рассады. Вернее сказать, начнем с замачивания семян в 20-х числах марта. В этом году я высадил рассаду в теплицу 25 апреля, она быстро пошла в рост. Огурец напрасно некоторые считают капризным. Часто говорят, что он не хочет цвести. Это случается у начинающих огородников, которые не знают, что для посадки нужно брать старые семена. То есть такие, которым уже несколько лет, но не менее 3. Тогда не будет пустоцвета. Кроме того, семена нужно хранить в холодильнике. Там постоянная низкая, но положительная температура. А посадочные ямки я готовлю заранее, и в каждую кладу компост, золу и щепотку комплексного удобрения. Почву обязательно мульчирую травой. И уже в середине мая появляются первые огурцы. Хотя обычно у соседки в это время огурцы еще только-только всходят. Некоторые мои читатели спрашивали, какие сорта огурцов лучше сажать в теплицу. Дело в том, что у меня уже давно свои семена, но они получены от таких сортов: Конни, Бедретта, Белый Хруст, Маринда, Пиренто, Изящный, Шпингалет.